Kahve ister misiniz? Buyurunuz abi. Hayır, tam benim rengim. Hadi hocam, güzel portak. Allah razı olsun. Al şişe. Бежим. Бросьте листвички. Вы только хуже сделаете. Слава Аллаху, Анвар эфенди. Добро пожаловать в Ведин. У вас на манжете кровь. Вы поранились? Пришлось убить пленного русского. Он видел мое лицо. Нельзя рисковать. Слишком высока ставка. Немедленно уничтожьте снимок. Не беспокойтесь, сию секунду все будет исполнено. Фотопластину ко мне в кабинет, я сам ее уничтожу. Прошу в дом, Анвар эфенди. Все подготовлено, как вы велели. Едва я
4. Вы что же, снова так и не взглянете на доску? Е7, Е5. Ж2, Ж3. Вы отдаете пешку, эфенди. Но законы гостеприимства не позволяют мне воспользоваться вашей оплошностью. Юсуф Паша, шахматы — это война. А на войне законов не бывает. Берите, пешка ваша. Что-то здесь не так. Где охрана? Позвольте представить. Личный адъютант фельдмаршала Османа Паши, полковник Исмаил Бей. Я не знаком с деталями вашей миссии, но про вас ходят легенды. А пешку вашу я все-таки возьму. Ну что ж, теперь вы вынуждены пойти сюда, я сюда. Вы сюда, у вас нет другого выхода. И все, почтенный Юсуф Паша. Партия проиграна из-за какой-то маленькой пешки. Этот прием называется гамбит. Отдать малое, чтобы выиграть инициативу. То же самое я сделаю с русскими. Завтра Осман Паша займет плевну и выйдет русским в тыл. Русские повернут на плевну и завязнут там надолго. Наступление будет сорвано. Ну, если за дело берется сам Анвар Эфенди, тревожиться не о чем. Однако время молитвы, Эфенди. Прошу в соседнюю комнату, ее окна обращены к Мекке. Осман Паша выдвигается русским в тыл, чтобы занять плевну. Русские повернут на плевну и завязнут там надолго, наступление будет сорвано. Это называется гамбит. Отдать малое, чтобы выиграть инициативу. Отведи надо плевну верст 150, не меньше. Черт, надо спешить. Трябваше да свършим още преди 10 години с него. Говорил же вам, что это девка переодетая. Она со мной. Держи. Эх, мадемуазель. Лучше бы ты ждали жениха дома. Тут вам не Майнри. Больше бузуки шастают. Ну, как? То есть кто вам? Отсутствие загара раз. Волосы из-под шапки. Это два. Зачем русской барышне тайком пробираться в армию? Только из романтических видов. Это три. Тот усач, что вас привел, потом исчез. Ваш проводник? Да. И все ваши вещи наверняка остались при нем? Да. Весьма глупо. Это 4. Но кто вы? Откуда вы тут? Здравствуйте, Петрович Фондорин. Сербский волонтер бежал из плена. Варя Суворова Варвара Андреевна. Очень приятно. Что же мне с вами делать, Варвара Андреевна Суворова? Еще одно транспортное средство.
Мне нужен осел. 10 лир. Залога машина. Нет денег. Дэй Магарату. Где осел? Давай еще раз. Магарату. Осел. Я сказал еще раз. Белоухий с красным седлом. Вы его выиграли, да? А в кармане у вас что, револьвер, да? К сожалению, карман пуст. Если бы он не испугался, вот тот кривой. С тем, кто не испугался, я не сел бы играть. Но у вас не было денег, что ж вы ставили? Вас. Меня? Вы бесчестный авантюрист! Я в азартные игры никогда не проигрываю, потому и не играю, не интересно. Павлин! Надутый павлин! Вам жестко? Давайте подложим мой халат. Не вторгайтесь в мою приватность! Хоть вы и рыцарь печального образа, но я не Санчо Панса. Уступите даме мула. Извольте смотреть, когда к вам обращаются. Садитесь на осла. Не подумаем. Садитесь. С места не тронусь. Поздно, заметили. Кто это? Ваши бузуки. Те самые, которые головы режут. Бежим! Поздно. Лучше здесь. Мы обыкновенные крестьяне. Что с нас взять? Что теперь с нами будет? Мы пропали, они нас убьют. Если будете молчать, вряд ли. Опустите голову. Опустите голову. Садитесь, едем. Вы видели? Видели? Я видел, да, у них наш пленный офицер. Мы сообщим на первом же разъезде. Нет, голову! Садитесь, тихо. Тихо!
Папочка. Смотри, уважаемый, медальон золотой. С рубинами. С рубинами? Заряжено ружье. Задать вам несколько вопросов. Я корреспондент английской газеты Daily Post. Шеймас Маклафлин. Мы русские. Я Фондорин, а это госпожа Суворова. Женщина. Я к жениху еду. Он в штабе служит. Ох, как я его осадил, только ногами дрыгнул, а? Еще не кинул. А это кто в шляпе? Месье Девре, корреспондент Revue Parisien, звезда французской журналистики. А в белом Мишель Соболев, отличный. Он сейчас при штабе скучает без него. А нам с Шарлем все интересно. Первый день на фронте. Ушли, сучи отродья, а! Его не больно, хорошо, мать их турецкую. Генерал, здесь там. Где? Это мадам Суворова. Она конспиративным образом следует в лагерь к жениху. Мадзель. Позвольте представиться, Шарль Девре, корреспондент. Вы сыне. У вас кровь. Сыне. Держите. Так лучше. Ну что там, капитан? Мертв? Кажись, помёрт. Давай, кажись ему, кажись. Сам ты помёрт. Скользь, повезло тебе, капитан. Повезло, ожгло только. Капитан Перепелкин, интендантское ведомство, век не забуду. Происходящее, я думал, тут глубокий тыл, а тут... Да, плохо думал, мы делаем, что ты разъезжаешь. Перевязать. Стой! Этого свяжите, пока не очухался. Ваше превосходительство. Ты что за фигура? Ромая, умываться. Титулярный советник Фондорин бежал из турецкого плена. У меня сведения о чрезвычайной важности, сложности, секретности. Какие такие сведения? Позвольте, тет-а-тет, генерал. Предпочитаю без нежностей. Говорите. Мадемуазель? Нужно немедленно занять плевну. Что-то движется к корпусу Османа Паши. Что им делать в этой дыре? А вот это я могу сказать... Только в штабе, генерал. Время дорого. Все живы? Ваше превосходительство. Кажись, Семенов со второй сотни нашелся.
Надо спешить, генерал. Ронджи, давай-ка в отряд, бери полсотни и в Плевну. Посмотрим, что там. Слушаюсь. А этого супчика в особую часть. Титулярный советник. Генерал, что может полсотни против корпуса? Какой же Семен? Семен, он нос картошкой, а он, ну это... Да ну ладно. Ну как же, вот, родинка. Да и зубы у него нет. Да? Эй, мадемуазель! Мадемуазель. Вахмистр, вы передали записку? Время уходит, еще час и поздно будет. Скажите, а человек, назвавшийся титулярным советником... Фандорин. Да. Он с вашим узоком как разговаривает? По-турецки? Да. Провел 8 месяцев в плену, вот и выучился. Да мне наплевать, что он вам наплел! Он по-турецки говорил как? Без запинки? Я не помню. Наверное, с запинкой. Он вообще заикался. Я устрою вам почную ставку. Сидеть здесь тихо, не высовываться. Смотри мне. Крысам посажу в подвал. Дежурный! Привезти арестованного. Жандармского корпуса подполковник Казанзаки, начальник особой части, позавчера прибыл в расположение действующей армии, сразу приступил к исполнению служебных обязанностей. Где он? Кто? Он, ваше лицо, именующее себя титулярным советником Фандорин. Где оно, это лицо? В моем донесении все изложено. Здравствуйте, Лаврентий Аркадьевич. Фандорин! Здравствуйте, Ирак Петрович. А ну-ка, сынок, открывай. Шевели! Войска первые высланы. Вот приказ. Я желал только убедиться, что действительно вы. Только я вас умоляю, ради бога быстрее, ради бога. Немедленно зашифровать в штаб Кригенера полевым телеграфом. Жила. Слушаюсь. А говорили, убит в Сербии. Дайте коньяку, голубчик. Яблоко. Зашифровать. Срочно. Да, кстати, вам там... Что? Невеста. Да ничего, исполняйте. Исполняйте, яблоко, срочно. Что вы возите с нами? Шифрограмма 3, 4, 5, 6. Живи. Вы его видели? Нет. Жаль. Хуже всего то, что мы не располагаем даже словесным его портретом. Знаете, Фандорин, у меня какое-то нехорошее предчувствие. Уж больно гладко началась эта война. Яблоков! Лунц! Так, послушайте, Яблоков. Вам тут записка. Здорово, Варвара Андреевна. Кто это? Госпожа Суворова. Прибыла в действующую армию к жениху. Маскарадным образом. Здравствуйте. Здравствуйте. Какому еще жениху? Что вы слышали, сударыня? Разумеется, все. Но это же совершенно секретные сведения. Прошу покорнейше меня извинить, но в целях государственной безопасности до конца кампании вам придется посидеть в карантине. Но я даже не повидалась с Петей. А? С Петей после войны повидаетесь. Дежурный! Я думаю, достаточно будет взять с Варварой Андреевной честное слово. Честное слово никому не скажу. Под мою ответственность. Ирас Петрович, мы не можем рисковать. И можно ли доверять девчонке? Сами знаете, коса длина да ум короток. Про ум это низко. Лаврентий Аркадьевич. Мне нужен помощник или помощница, все равно. Вот она, Плевна-то. Тишь-то гладь. Thank you.
Варенька! Варенька! Я знал, что ты приедешь. Я знал. Я Господи, на кого ты похож? Мальбрук в поход собрался. А ты просто вылитый гаврош. И кругосветный путь не выдержит сравнения с тем путешествием, где мы с тобой вдвоем. В любви к тебе близок поклонению лишь там, где ты мой дом. Увидимся вечером в журналистском клубе. Там весело! Витя, а у меня... Ну, я знал, что ты приедешь! Ты представляешь, деньги! Витя, а где помыться? Помыться можно. Вот модель. Je suis désolé, mais je ne vous en prie. Не связывайтесь. Не связывайтесь. Проходите. Румынская аристократия – одна из древнейших в Европе. Ваше Высочество, а решите, я с вами останусь? Вот я, Михай Лукан. Чего я? Прямой потомок римского патриция Лукана Маврица Тула. Ну, ведь это ж мат. Семен. Что же ты думаешь? А? Увы, всего лишь... Ваше превосходительство, ей Богу, не пожалеете. Вера и правда, честное слово. Ребенки, настань, служите в штабе. На что ты мне? Поздравляю, Мишель. С самостоятельным командованием. Хоть ответ небольшой, а все же сам себе начальник. Я слышал, что спасибо. Поедем к истинным богиням любви. Это моя невеста. В России таких не видывали. Permettez-moi de me présenter. Варвара Андреевна. Варвара Андреевна. Угасите лампы. Они нам больше не понадобятся. Зашло солнце. Слон на F4. Что, не ждали? Мадемуазель, позвольте представиться. Полковник румынской армии Лукан. Барин, ну что вы, я не архиерей, чтобы мне руки целовать. Здравствуйте, генерал. Чёрт, это вы? Вы? Господин Девре, вы что же, меня не узнаете? С трудом, мадам. Вы нравились мне и мальчиком. Но в этом платье? Тут при санитарном отряде не дурная портниха шьёт на продажу. Господин генерал. Ты подожди, господа, минуту. Мы с Варварой... Андреевной. Без вас помню, что Андреевны. Старые знакомые. Это Лунц. Позвольте пригласить вас в лагерь румынских войск. Там гораздо интереснее, чем здесь. Мадемуазель, я был бы счастлив, если бы вы называли меня... Просто Шагала. А меня просто Мишель. Ваше превосходительство, вам тоже свой штаб пора. Вот привели. А меня, Владимир? Да не я тебя спас, тебя спасли казаки. Мы же казаки. Ваше превосходительство, ну как же... Ну, я же... Румыния и Россия, мадемуазель. Что с тобой? Пиши рапорт. Ой, Варвара Андреевна, вы уж извините, в тот раз я не смог уделить вам должное внимание. Ваш горячка боя... Ишь, звезд-то сколько. Говорят, из города Мурманска до неба дочихнуть можно. Там даже вот райский свет видно. Северное сияние называется. А мы здесь торчим. И кому эта дыра нужна? Ну ладно, отдыхайте. Площадь окружена. Не сдать оружие. Не надо, братцы! В ружья! Сахин! Сахин! Сах, колдыр его! Чабук! Чабук! Связатель, господи. Криденер. Взял Никополь. Как Никополь? Как Никополь?
Вы хотели сказать плевну? Нет, Никопол. Я первый на телеграф. Господа, уже занял. Семен, как он? Срочно отправьте депешу в штаб румынских войск. Расстояние от Никополя до плевны не маленькое. Господа, очень нежелательно. Вот что теперь турки пришли. Что, с ума сошли? Уберите руки! Эраст Петрович, что же это? Какие у вас основания? Шифровки, составленные господином Яблоком, заменено на слово. Вместо плевна Никополь. Вот генерал Криденар и направился в Никополь. А тем временем передовые отряды Осман-Паши заняли пустую плевну. Осман занял плевну? Так точно. Я писал все правильно. Вообще не понимаю, как шестизначная группа цифр плевна превратилась в восьмизначную Никополь. Это мистика какая-то. Оставьте мистику для столичных институток. Где обучались шифровальному делу? В Петербурге. Послушайте, Яблоков, вы отлучались из шифровального отделения? Нет. Петя, ты отлучался куда-нибудь из отделения? Нет, это строжайше запрещено. Где обучались шифровальному делу? Советник, из-за вас моя полусотня. Я в штаб. Если не пустят, сам пойду. Опять попадет. Эраст Петрович, где же вы ходите? Вы слышали, что он? Нужно бежать, нужно искать, нужно поймать этого Анвара. Ну, идемте скорее. Извините, Варвара Андреевна, мне нужно подумать. Подумать? Да пока вы будете морщить свой лоб, а ну вас! Я сама придумаю, как тебя спасти, Петечка, мой родной. Можно взглянуть на шифрограмму 3456С? Невозможно. Уничтожено согласно инструкции военного времени. Ну, кто принес? Записано? Конечно, как обычно. Вот, вольно определяющийся лунц. Темные очки. Да вообще черт знает что. Снять это. Господин унтер-офицер, у меня слизистая оболочка очень чувствительная. А тут солнце, пыль. Мне лекарь дозволил. Здесь армия, а не инвалидный дом, господин вольноопределяющийся. Привести себя в порядок. Есть. Державы вас не тронут согласно Женевской конвенции. А я с вами, ваша спутница. Шестая, где шестая? Плевна. Плевна. Какая блестящая идея. Корреспондент по обе стороны фронта. Но как мы обойдем русские аванпосты? Как-нибудь. Но это опасно. Могут запросто подстрелить. Вы что, боитесь? Вы уже слышали? Зачем? Как? Мы сегодня отправляемся с генералом на разведку. Плевну. Что там такое еще?
Митя. Какой ресивер? Ничего не знаю. Варя! Здравствуйте, Митенька. Вы! Здравствуйте, Варвара Андреевна. Знакомьтесь, Шарль, это Митенька Гридник, мой друг. Он инженер. А я ведь знал, что мы с вами встретимся. Это и есть ваша монстра? Она. Утомился весь. Ну разве можно быть таким жестоким? А? А деньги-то? Деньги-то принес? Ага, принес. Слушай, давай потом про деньги, а? Как потом? Ну давай потом про деньги, а? Вот умоляю еще опять тебя. Потом. Черт. Умоляю, не погубить. Проклятая слабость. Черт бы вас побрал, он с вашей слабостью. Столько времени зря. Армия не квартал. Какой скандал. Бордель. Можно убить, ведь это военно-полевой суд. Господи. Меня не интересует ваша интимность. Аспиратор. Шифровка за номером 3456С. Помните? Нет. В 3 часа пополудни. Да-да-да, помните, сыр срочный. Кто вам ее вручил? Он вручил яблок. Вы отнесли ее прямо на телеграф, никуда по дороге не заходили? Никуда, доставил, вручил. Да в чем, собственно, дело? А яблоко отлучалось куда-нибудь? Я не знаю. Хотя, да-да, отлучалось, ему записку он, я передал, и он выбегал. Вот, кто вам дал эту записку? В журналистском? Ни одного дозора. Наслышан про восточную безалаберность, но это уже слишком. Ну что, в Плевну? Вы не испугались? Нисколечко. Ах, сударыня, счастливая мысль пожаловать ко мне с визитом. Но что за дело прекрасной женщине до мужских раздоров? Вы не представляете, дорогой Измаил Бей, как скучно в русском лагере. Позволю себе не поверить. Кстати, как там мое любимое кафе «Прокоп»? Все еще на месте? Ну а что же с ним будет? Но почему вы так уверены, что война скоро закончится? Я удивляюсь, как это русские до сих пор не вышибли меня из Плевны. Разве корпус Османа Паши не здесь? Вы видите здесь корпус? Нет, Осман Паша подойдет только к вечеру. У меня всего одна рота, да и та ополченца. Но если бы нашу армию сопровождали такие красавицы, война была бы настоящим праздником.
Напридумывал умник. ПП, приманка. Может и правда Анвар клюнет. Кутузов на оба глаза. Он шел за вами через весь лагерь, да еще с версту по холмам. И вы его не заметили. Я думаю, он следил за Лунцем, а не за мной. А вы? Да что с вами, брат Петрович? Я вас не узнаю. Этот Анвар переигрывает нас снова и снова. Он осторожен и очень умен. Теперь уж он точно вас убьет. Может быть, вы этого и добиваетесь? Затем и воевать пошли. И приглядели себе новую невесту взамен той. Смерть с косой. Лаврентий Аркадьевич. Молчать! Вы мне нужны живой и непотресканный. Такие вот медальончики могут в сырую землю утянуть. Простите. Разрешите обратиться, ваше превосходительство. Его план ему и докладывай. Подобран отряд постанов. Сидят секреты под смертью. Желаете взглянуть? Люди надежные. Бою не подводили. Тихо, тихо, ребят. Тихо. Я появлюсь после полуночи. Вы тут не спите. Не курите. Кто секретное оружие. Появился? Сергей Константинович, это. Брать только как-то. Жирная приманка. Сарай залезет. Я так думаю. Это война двух ленивцев. Так и напишите в свою газету. Ваши ополченцы выглядят очень браво. Да что вы, это охрана Анвара Эфенди. Кого? Большой человек из самого Стамбула. Странный господин. Исчезнет куда-то. Потом снова появится. Благодарю вас за кофе и пахлаву. Мне пора. Это очень опасно. Лагерь русских там. Подумай, да и далеко. Сдавайся, негодяй! Вставайте! Вставайте же! Ах так! Парни, стреляйте в него! Какой стать? Он мне ничего не сделал. Он же враг! Дайте ваш пистолет! Не стрелять! Попадете в Анвара Эфенди. Скорее!
относиться к техническому прогрессу. Митроха! Видела я вашего Анвара? Видели? Чуть не сцапали голубчика. Где вы его видели? В плевне. Мы ему плечо прострелили, а нынче ночью возьмем в плен. Правда, Мишей? Вас, Варенька, зовут русский Жанный Дарк. Дорогой Шар, корреспондент никогда не может брать на себя роль шпиона. Мы возьмем Анвара и Петю отпустим. А как бы узнать подробности? Завтрашней сфотки узнаете. Как же вы деградировали? Зато вы чудесно выглядите. Варвара Андреевна Суворовой! Ура! 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 Жизнь моя связана с вами. Машина с беспрецедентной разрушительной силой. С инженерной точки зрения глупость, прапорщик. Лунц. Лунц сказал, что видел его в журналистском клубе. Обо мне. Я, господа, слышал, что это новая церквушка. Калибр 937. Тогда в поле это два. Кто мог слышать про плевну? Эвре. Нужно немедленно занять плевну. Туда движется корпус Османа-Паши. Эвре слышал. Мог. Однако как бы на нее взглянул? Ну а что проще? Сходите и посмотрите. Там два новобранца в карауле. Глупости! Четыре кольца! Испанский охраны. Рисовальщик. Чек 250, сам видел. Правильно. Итальянский корреспондент. А после полудня прибыл порученец из штаба и всех на марш. Нужно немедленно занять плевну. Туда движется корпус Османа-Паши. Дуэля пистоля, порк, комитария! Да нет, это невозможно. Невозможно. Дождик осенний, поплачь обо мне. Варвара Андреевна, примите мое восхищение. А здесь весело. Ротмистр граф Зуров. Ипполит! Какими судьбами? Чтоб мне провалиться. А я слыхал, тебя турки живьем сварили. Да. Подурнел ты, братец, не узнать. Что такое? Что такое? Виски для импозантности покрашиваешь? Да, побросала нас с собой судьба, побросала. Про мои приключения рассказ особый, дед отец, ибо не для дамских ушей. Ипполит Зуров, ну а финал известный. Один-одинешенек, без гроша и с дребезги разбитым сердцем. А, кстати, господа, не заложить ли нам бантишка, а? Ну что вы все по углам, да в шахматы? Ну, право слово, прям как не по-русски. Дай, раз мне приглашаю, тебе черт ворожит. Ну, разве что по маленькой. Полковник Лукан. Для укрепления боевого товарищества. Именно для укрепления и исключительно по маленькой. Заход по сотенке. Ну, кто еще, господа? Я вижу, вы желаете. Я на раздачу. Так, делайте ставки. Бил пресс-кляп. Снимайте, остался какой-то притон. Маклафлин. А что делал Маклафлин, когда я говорил Соболеву про плевну? Нужно немедленно занять плевну. Туда движется корпус Османа-Паши. Принимаю. Маклафлин. Слышал? Мог.
Аркадьевич, как вы здесь? Ваша правда. Клюнул. Знаете, у меня с детства перед дракой зуд начинается. Как сейчас. Два часа вокруг да около. Держите. Вон там не один. Есть. Точно двое. Ты не спеши. Может, поболее. Давай, полковник, не обижайтесь. Шуя. Тоже бросишь. Не болит здорово, будешь оранжатом боить. Давно бы так. Экая Бельвю, мадемуазель. Природа. Кстати, мадемуазель, не желаете пари? Вот если я угадаю того, кто первым выйдет из этого шатра, вы мне подарите поцелуй. Если не угадаю, обрею голову нагло, как башибузук. Честное гусарское. Ну, решайтесь. У вас риск минимальный. Там в шатре человек 30. Ну! И кто? Кто? Полковник Саблин? Нет. Нет. Маклафлин? Нет. Буфетчик Семен. Вот кто. Простите. Это чудо! Ох, дождя бы не было бы. Это чудо! Это знак свыше! Я вот вам сейчас как залеплю пощечину. За что? Правду говорят, нечисто вы играете. Мадемуазель, я перед вами чист, как эта луна. Ой, что это? Где? Это воздушный шар для корректировки артиллерийского огня. Я так много могу сказать. Воздушный шар? Ведь это же так просто. Подзорная труба и все как на ладони. Об артиллерийском огне? Где охрана? Девку погубим. Осел? Это я осел! Сиди! А ты тут куда? Я Сергей! Руки окружают! Лагерь! Ты под боги надо посылать! Лагерь! Вас, Петрович! Прыгайте в корзину быстрее! Ай,
Почему они не стреляют? Не хотят привлекать внимание. Ну так давайте мы привлечем. Нельзя. Нужно подняться повыше. О, бинокль. 18-кратный? Да. Можно не только турецкие пушки. Можно самого Анвара разглядеть. Турки? Пока нет. И стрелять, отставить! Там Фондорин! Быстро в лагерь! Труби тревогу! И за шаром! Быстро! Отдали! Слушай! Фондорин! А вот это уже турки. Турки? Значит, хорошо будет видна их диспозиция. Позвольте мне. Вон редут. Незаконченный с восточной стороны. Между холмами ничего нет. Варвара Андреевна. А, вон пикеты. В конце концов, это просто опасно. Ну, хорошо. Один вам, один мне. Ага. Варя? Что за тон? Здесь две батареи. Здесь редут незаконченный, с восточной стороны. Вот между этими двумя холмами вообще ничего нет. Длинная узкая лощина, она ведет прямо в город, прямо к городским окраинам. Ну, просто ключ к плевне. Но главное, абсолютная секретность. Я немедленно буду просить награды для вас и Суворовой. Лучше освободить ее жениха. Вы же знаете, Яблоков не предатель. Знаю. Но преступная халатность немногим лучше измены. Лаврентий Аркадьевич, эти сведения мы получили благодаря госпоже Суворовой. Вот мы с вами чай пьем. Она сейчас на задании.
Первый ты. За молоком тебя только посылают. Ну и ординарцы вы мне подсунули. Варвара Андреевна. Варенька! Валя! Тебя отпустили? Не совсем. Ночевать буду на гауптвахте, а днем... Мушка, сбилась, ваше происходительство! Сам ты, мушка, позоришь ты мне Собольскую бригаду. Вот. Ладно, я на минуточку, меня отпустили только под честное слово. Ой, прости. Все. Ну, слава богу. Все. Теперь все как-нибудь устроится. Господа, победа за мной. А чем же моя W хуже? А я настаиваю, что Варенькин вензель выглядит именно так. Ну, впрочем, в знак примирения. Господа, горлышко смочить. Я подготовил всем подарки. Именные фляги. Золотой вензель. И разом, зараза, не приехал. ЕП Еремей Перепелкин. МС, ваше представительство. Прошу. Семен, шампанское. Зачем? Зачем? Я припас прелестный, крепкий ром. Полдюжины давай, я плачу. Лука, ты прям как Монте-Кристо. Который день продуваешься, а денег меньше не становится. Наш род богатейший в Румынии. Ну так как, богиня, кому приз? С кем поедете на пикник? Признайтесь, полковник, вы знали о времени штурма? Я многое знаю. Румынский принц Карл получил секретную диспозицию. Разумеется, спросил моего мнения. Это второй батальон Костромского полка. Участвует в обходном маневре. Мадам, мы только в Плевну и обратно. Мадемуазель, дождитесь нас. Хорошо, шампанское будет вас ждать. Стройся! Первая рота, стройся! Третья рота, стройся! Совершенно идиотизм. Почему? Я сказал, Карл, ваше высочество, диспозиция дурна. Штурм будет провален. Его высочество меня послушал. И румынские войска в сегодняшнем деле не участвуют. Стреляли все три колонны.
как на учении. По квадратам. Даже подойти не успели. Ну-ка, не плачь. Где? Пей. Вот в клубе Лукина за болвана держи. Ну-ка, прекрати. Прекрати. А ему румынский принц диспозицию показывал. Тихо, забери ее, успокой. И Лукан сказал, что ничего не выйдет. Лукан сказал? Вы сами слышали? Да. Ах, вот что. Это меняет. Что меняет? Что меняет? А? Вот право. Что за манера сказать А и не говорить Б? Это Варвара Андреевна измена. Какая измена? Итак, полковник Лукан, не самого большого ума мужчина, один из всех предсказывает русской армии поражение, это раз. С диспозицией он ознакомлен, это два. Успех операции зависел от обходного маневра, это три. Наши вошли в лощину и попали под ураганный обстрел одновременно на трех участках, это четыре. Вывод? Турки знали, когда и куда стрелять. Вот что, Варвара Андреевна, я вынужден просить вас о помощи. Да я что угодно. Задание не из приятных. Принц Карл и его свиту уезжают в Букарешт на дни затишья. Я хотел бы, чтобы вы тоже отправились в румынскую столицу, ну, развеяться. Постарайтесь разобраться, что за птица этот Лукан. Он непременно распустит перед вами перья. Вы молодая, привлекательная особа. Я не верю своим ушанкам, племен. Но еще такой изысканный, привлекательный особа. И ваш жених, милый юноша. Вы полагаете? С моей стороны было бы преступлением покушаться на ваши матримониальные чувства. Что? Ну, легкое предсвадебное увлечение. Просто для того, чтобы ощутить себя женщиной. Я надеюсь, вы меня понимаете. Ну, не совсем я... Совсем запыхалась, мне нужно привести себя в порядок. Нет, не провожайте меня, я скоро. Официант, шампанского. У нас нет ни одного доказательства. А вот Казанзаки, субъект малоприятный, но дело знает, произвел обыск в шатре у полковника Лукана. Переполошил румынских союзников, но есть результат. Где вы это нашли? На трассе. Господин генерал. Тайник детский. Совсем нас за дураков. Простите, а что вы нашли? Сынок, посвети. Деньги турецкие, английские. Документ подписанный султаном. Всякий подданный, всякого звания. Обязан оказывать подать всему полное безусловное содействие. К делу пришли. Господин генерал, эксперты проверили. А это что подпись, такое? Печать подлинная. Ну что, будем брать? Нет, будем работать. Установим слежку, выявим контакты. Скажите. Случится, Лаврентий Аркадьевич. Куда, зачем? Необходимо отправить телеграмму госпоже Суворовой. Она не знает, насколько может быть опасен этот человек. Может наломать дров.
Пианино венское. Дневник. На румынском. Я знал. Я догадался. Правда? Уходя, вы так на меня посмотрели. Я выждал немного, чтобы не слишком явно. Каждая секунда казалось вечностью. У меня внутри все колокочет. Ну иди же ко мне, чертовка. Сейчас. Иду. Эй, вы не так меня поняли. Я не так понял. Помогите. Я все понимаю. Слезаем Лукином, так не поступают. Пустите. Шоу! Пустите. На помощь. На помощь. Полковник, вы сошли с ума. Катитесь к черту. Господа. Проституаты русла. На тушба, спасти. Ставлю как тараканов. Дуэль. Tout de suite. Со всеми сразу. Очень благородно. Вы можете выбрать. Но помните, что мерзавцем вас назвал я. Пардон, но по морде ты ему дал я. Может, все-таки позволите выбрать оскорбленной стороне? С этой китап. Справедливо. Хорошо. Стреляться так стреляться. Условия. Дуэль будет только одна. С тем, кого выберу. Если останусь жив, никаких повторных вызовов. Камен, не бойся, не останешься. Отлично. Я выбираю капитана. Разве не вы, капитан, сказали, что я сошел с ума там, на лестнице? Прошу во двор, господа, стреляться. Маклафлин, будьте моим секундантом. Идти к барьерам по команде. Стрелять когда угодно, но после промаха извольте выйти к барьеру. Стреляйте сразу. Это ваш единственный шанс. Удачи. Давай!
Бог шельм уметит. А на левом фланге кто? Майкл Собор. Главное событие. Будут на там. I know Michael. Мы в правильном месте, господа. Увидим все первыми. Конец Азовлева! Зря вы мне сюда вытащили. А что вам делать в лагере? Анвара-то больше нет. Ошибаетесь. Помните, как он подсунул вам плевни ряженого? Точно так же он и подсунул вам лук. Отброшено! Людей мало! Я за подкреплением! Мусье, фотос, флебур, магазин, иллюстре, сил ву пле! Никогда! 10 к 1 за русских! 10. Ладно. На турок. Коня! Вы куда? Туда. К Соболев, ну зачем? Не знаю. Пора. Вчера. Хотите? Oui. Доброе утро. Знаешь, что до плана то пришли, кто, да? Амис. Давай. Ваше Величество, мы прорвались к самому центру. Я держался 2 часа против главных сил Османа. А вы не соизволили дать 1 полка. Как это понимать? Как это понимать? Михаил Дмитриевич,
понимаю твое недовольство. Если бы я знал, я послал бы весь наш резерв, а не полк. Но ты сообщил мне слишком поздно. Как это поздно? Мой адъютант граф Зуров прорвался к вам около 6. Я тебя уверяю. Да что меня уверять? Зурова видели около ставки 5:30. Я подержался до 8. Потерял 2/3 своих людей. Твои люди будут награждены. Я тебя поздравляю, генерал-лейтенантом. Что касается исчезнувшего гонца... Ваше Величество, за расследование ведется лучшими сотрудниками. Я вас очень прошу, все найденные детали, даже мелочи, помечайте флажками. Сергей Константинович. Продолжайте прочесывание. Продолжать прочесывание. Продолжаем прочесывание. Продолжаем прочесывание. Продолжаем. Не облегаться. Не размыкать цель. Ротмистр. Раскухин. Я. Входите, пожалуйста, в правую линию. 20 тысяч убитыми. Катастрофа. Да. Теперь мы под Плевной увязли. Будет осада. Вот именно здесь на него и напал Казанзаки. Догнал, выстрелил. Граф Зуров был лихой офицер. Он успел ранить Казанзаки в плечо. Тот смог отъехать еще вот на это расстояние. Понял, что ему никуда не уйти. И застрелился. Ваш Казанзаки, он что? Буйнопомешанный? Казанзаки турецкий агент. Просто дьявол какой-то это ваш, Казанзаки. Дайте сюда. Это вещественное доказательство. Вы тоже хороши, Фондорин. От вас толку, как от вашей помощницы. Сударыня, от вас что, водкой пахнет? Вы что, пьете? Я не пила, я умывалась. Водкой? Я подумала, в тыкве вода там в кустах. Бред какой-то. Ну, теперь все сходится. Сначала он пытался представить шпионом господина Фондорина. Потом подменил шифровки. Обыск в шатре полковника Лукана производил также Казанзаки. Он же и подкинул улики. Такая! Ягода! Вы ее оставили там, где она висела? Кажется, да. На что вам? Вензель. На тыквенной фляге должен быть вензель. Зуров заказал всем именные фляги. Выстрел?
Ни вот ни человек. Пленный-то стоит и стоит. И не желает только сдаваться. И он уже и кури всех поел, и уже и до ворон добрался. Так и не рады, что знаешь, наши чего удумали. Велели с ружей по ней стрелять. Чтоб как птица едет, ее сбивать. А не лети, милая. Ты летишь. Будешь с собой там в плевне посурманина кормить. Это он сколько там просидит? Доморку кину за ковенье. Только мне осада плевни. Прости, Господи, Боже мой. Уж бы им домой, и нам домой, и спать домой. О, долгая дорога, счастливый путь. Ничего не волнуй за все. Трогай. Прощивайте, служивые. А у Сидни ты что? Да, в госпитале. Я без сознания была, там всех подряд стригут. Здрасте, барышня. Варвара Андреевна. Эраст Петрович, вы? Да. Боже, спасибо, как вы? Я? Недавно выписался из госпиталя. Тоже. Как вы это делаете? Все, мужика-то. Да. Так мы, ребята, в Лугульске, а тем более Черепулечки. У нас у меня из рта то и идет. А зачем? Я к вам мне нужна ваша помощь. Ну, конечно, конечно. Я. Нам надо спешить. Вот он. А что я должна делать? Просто расспросить его о новостях. Господин Маклафлин! Это я! Я вернулась! Бонжур, мадемуазель Суворова. А как ваши переломы? Срослись. А что господин Пандорин? 2 дня как вернулся, а потом исчез. А Анвара ведь так и не нашли. А что, сейчас мода такая? Да. Мне не нравится. А давайте-ка ко мне. У меня есть термическая фляга с чаем. И пирожки есть, сестры напекли. Дайте слово, что ничего не скажете. В крайней мере до 10 часов. Честное слово, что за тайны? У меня информация из плевны. Сегодня в 10 в штаб генерала Конецкого прибудут парламентеры от Османа Паши сдаваться. Да что вы? Никто, никто, кроме меня, не знает. Стой! Я Конецкому. Исторический момент. А вдруг неправда? Это очень надежный источник. Мадемуазель Варя, осада окончена. Черт. Корпус Конецкого прикрывает Южное шоссе. И оборона там тоньше. Время уйдет. Варвара Андреевна, я к Конецкому, а вы к Соболеву. В таком виде? Вы можете управлять повозкой? Не знаю. Будьте осторожны. Вы тоже. Пошли! Ну! Пошли, миленький, быстрее! Прибыли! Парламентеры турецкие прибыли! Эй, Брисяков, Осман Паша оставаться будет.
господин генерал. У меня к вам важное сообщение от маршала Осман-паши. Прошу в дом, господа. Самоварчик, прикажите. Все, 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 ухожу. Я полковник Измаил Бей, личный адъютант маршала. Осман-паша приказал мне вручить вам свою саблю. Весьма польщен. Я генералу со срочным донесением. Это диверсия! Турки идут на прорыв! Ваше превосходство! Здравствуйте, Петрович. Положение вам известно. Мы, наконец, взяли Плевну. Путь на Константинополь свободен, но Англия угрожает нам войной и, возможно, начнет стрелять. Решено отправить правительству королевы Виктории послание. Турецкий шпион нанес тяжкое оскорбление Британии, выдав себя за английского подданного. Маклафлина так и не нашли. Как в воду канул. Теперь ясно, что это и был настоящий Анвар Эфенди. Ошибка за ошибкой. Ближе к делу, Лавренко. Виноват, Ваше Величество. Вы, Фондорин. Должен понимать, Фондорин, что от того, как ты предъявишь доказательства о твоей убедительности, в конце концов, от твоей манеры держаться, во многом будет зависеть исход этой тяжелой войны. Надо бить клин между Турцией и Англией. С Богом, Фондорин. Я тебе верю.
Когда до Цареграда осталось рукой подать. Когда разбитый враг бежит, я хочу низко поклониться каждому из вас, боевые мои друзья. Я хочу поднять тост за нашего друга Шарля, самого бесстрашного корреспондента на свете. Наконец, господа, за нашу очаровательную вдохновительницу, музу и ангела-хранителя в одном лице, за Варвару Андреевну. Господа офицеры, прям хоть садись и кати до самого Константина. Война точно закончилась. Либо, смотрите. Это прибыли турецкие парламентеры из Константинополя. Перемирия пока нет, но стрельба уже закончилась. Фандорина все нет и нет. А как было бы эффектно. Белый генерал прибивает щит к воротам Царьграда. Штабные не дадут. Идея, господа. Что, если нам прокатиться на поезде? Турки решат, что это возвращаются парламентеры и пропустят. Какой будет репортаж? Авантюра. Кто, как не Михаил Дмитриевич, господа? Да сколько солдат в поезд посадишь? Максимум полбатальона. Самоубийство. Да, да, правильно. Затея слишком отчаянная. Первый раз подплевный Османов пил без приказа. Ударил, господа офицеры. Слушай мою команду. Виноват, господа. Но мне кажется, что в Константинополь нам нельзя. Увидеть, сколько нас и раздают. Может быть, высадимся вот здесь, в Султан Капусе, пошумим немного. Вот так всю жизнь. Турки с разбега в прорубь. Ничего, пока не утонул. Бог милостив. Хотя в сущности одинок, как медведь-шатун. Порой так сердце защемит. Какие у вас бакенбарды смешные. Это для газет. Ни у кого таких, нет, только у Соболева. Одно ваше слово – избрею к черту. Оставлю только усы. Нет, кажется, что нужно сначала взять мост в заливе. Ну что? Что, что? Пропадай, моя головушка, Варвара Андреевна. Счастливьте, удостоите предложение руки и был. Султан Капусе, ваш превосходительство. Прибыли. Это что за здание? Банк Султан Капусе. Там будет штаб. Поезд назад за подкреплением. Расставить дозоры. Открывайте. Часов прошло. Я не знаю, ваше превосходительство, только поезда нет. Посылал два разъезда починить телеграфную линию, тоже не вернулись. Фандорин? Здравствуйте, господа. Эраст Петрович. А что это вы турком? Какими судьбами? Я из Константинополя. Вам нужно немедленно уходить, вы даже не представляете. Я поршень-то поменял, и все работает. Соболев, не отступает. Да и не на чем, поезд-то ушел. Я бы съел до сюда. Господин генерал, вы понимаете, что вы натворили? Подпалил бороду турецкому султану. Скорее, бакенбарды государя императора. Вот видите? Вижу Цареград. Нет же, вон там. Это английская эскадра. Согласно секретному англо-турецкому протоколу, стоит хотя бы одному русскому солдату войти в Константинополь, эскадра открывает огонь. Англия объявляет войну России. Наша армия без того обескровлена. Господи, как же мне вас... Что?
Как же мне вас расхваливал генерал Мизинов? Он сказал, вы в Лондоне. Я был в Константинополе. Извините. Генерал, мы не можем воевать с Англией. Малейшая оплошность, и будет как в Крымскую войну. Черт! Отходим. Трубите сбор. Как в Константинополе. А разоблачить Маклафлина? Маклафлин не Анвар. Да что вы, а кто же Анвар? Да вот он. Мархаба, Анвар Эфенди. Что? Нашли время шутки шутить. Сначала я подозревал Эвре. Меня? Да. А потом вижу. Все линии в одну точку сходятся. Только доказательств не было. Какую точку? Раст Петрович, вы говорите непонятно. Я тоже долго не мог понять. Неудивительно, вы настоящий виртуоз. Вас подбросили нашему разъезду под видом пленного офицера. Для убедительности даже оцарапали кожу выстрелом. Вы слышали, как я говорил генералу про Плевну? Нужно немедленно занять Плевну. Туда движется корпус Османа Паши. Подменили шифровку. Вам достаточно было выманить Яблокова из комнаты запиской. Потом вы избавились от лишнего свидетеля. Лунц, кто вам дал эту записку? Затем вы заманили наши войска в капкан, устроив целую инсценировку сложным анваром. Перед вторым штурмом вы завербовали проигравшегося в карты полковника Лукана. Митя! Благодарю. Семен Шампанского! Зачем? Зачем? Я припас прелестный. Полфюжины давай, я плачу. Ого. Лука, ты прям как Монте-Кристо. Который день продуваешься, а денег меньше не становится. Наш род богатейший в Румынии. Потом избавились от него весьма ловким образом. Меня Христос спас. Я ведь стрелять-то толком не умею. Но главный ваш трюк – убийство Зурова и Казанзаки, благодаря чему Плевна снова устояла. Вы подстерегали следующего за вами гонца в кустах. Казанзаки пришлось добивать и инсценировать самоубийство. Подкинув Маклафлину информацию о якобы капитулирующем Осман-паше, вы чуть было не дали туркам прорвать блокаду. Если бы не Варвара Андреевна... Где Маклафлин? Убит. Я думаю, у диверсантов на его счет была особая инструкция. Труп спрятан или изрублен на куски, чтобы сделать опознание невозможно. У вас нет никаких доказательств. Да, месье капитан мог все это сделать, но этого недостаточно. Да не мог я. Не мог. Вы правы. У меня вся грудь в крестах. Доказательств не было. Но теперь есть. Одно. Но неопровержимые. Фотокарточка Анвара. Вединский губернатор Юсуф Паша обещал Анвару уничтожить снимок, но пожалел. Оставил для потомков. Фондорин! Фондорин! Остановись! Фондорин, прекрати! Что вы делаете? Витя! Ваше поведение достойно! Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте! Это правильно. За день тебе дам. Жалко, тогда не получилось. Пещерки-то. Послушайте, Перепелкин, или как вас там, Анвар, если хоть один волос упадет в ее голову собственными руками!
зачем я вам? Не беспокойтесь, мадемуазель. Все скоро кончится. Вы прекрасно подходите на роль сыра в мышеловке. Почему сыра? Мне нужно, чтобы Соболев оставался здесь, Султан Капусе. Зря, что ли, я его выманивал. Соболев рыцарь, он даму в беде не бросит. Бесполезно. Здесь под обшивкой сталь. Динамит давай. Нельзя, обоих подорвем. Антон, что же вы раньше своего Пашу найти не могли, а? Юсуф, Паши в Константинополе нет, я проездил зря. Кто же на фотографии? Это был блеф. А дальше-то что? По плану скоро здесь будет полк султанской гвардии. Великого и грозного Соболева, самого белого генерала, зацапают как мышонка. И Англия наконец поймет, что русских бояться нечего. Мы еще повоюем. Гамбит будет разыгран до конца. Кто? Что? Они уже здесь. Берегитесь! Турки на подходе! Слышите? Я спасу вас, слово офицера. Ненавижу бездействие. Ah!
Благодарю вас. Я его глушила? Нет, вы проломили гению шпионажа череп. Я? Да. Золото тяжелейшее из металлов. Да, да, помню. Аурум, удельный вес 19. Вы что? Тихо. Не стреляют. Победил. Ну вот, все и закончилось. Мир. После стольких жертв Анвар отлично провел свой гамбит. Меня наградили, а надо бы... За что вы себя казните? Если б не вы... Я просто не знаю, что было бы со всеми нами. Я Немезинов говорил то же самое. Сулил любую награду, какую бы я пожелал бы. И что же вы пожелали? Я? Пока не... Уехать. Как можно дальше. Куда? В Японию. Дальше, кажется, некуда. Вот закончится переговор. Варя! Меня увезут без тебя. Мы отправляемся. Я сейчас. Прощайте, Эраст Петрович. Прощайте. Эраст. Эраст Петрович. Зачем? Ведь сейчас и... уже навсегда. Навсегда, понимаете? Thank you.
снова с востока таинственный ветер подул. Молчит полумесяц, и снова идут на войну Петербург и Стамбул. Висит старый месяц, не хочет проклятый никак превращаться в луну. Он слушает песни, печальные песни о тех, кто томится в плену. Жизнь висела на волоске, шаг и тело на скользкой доске. Сталь хотела крови глоток, сталь хрипела, идем на восток. Города. Свистят ютаганы, но в небе туманном зажглась молодая звезда. Разбит неприятель, а подлый предатель сыграл свой последний гамбит. Молчит полумесяц и вслед уходящему поезду грустно глядит.